Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсуновский. Итак, ребята, видео будет длинное. Сейчас я постараюсь в этом видео говорить спокойно. Цель. Первое. Помочь нынешним участникам школы осознать важность нового метода, который уже применяется и дал результаты. Собственно, сейчас приведу пример. Пример прямо сейчас, а чуть позже уже будем говорить более подробно. Уважаемый Сергей Асадович, не ожидал, если честно. Вижу, что решили глубоко вникнуть и расставили последовательно, привели примеры. Великолепное объяснение. Ну и так далее, и так далее. Шестой месяц. Человек в школе пишет на двух языках. На шестой месяц человек начинает разбирать интерфейсы. Ребята, а ведь люди, такие как безграмотный Бовсуновский, на пятый-шестой год начали этим интересоваться. То есть 3 года назад. Так вот. А теперь ответим на вопрос себе. Если Сергей Асадович и другие ребята, потому что занимается... Сергей, я вам говорю, по этим, по вашим шагам, по вашим стопам, я смотрел по статистике, именно идет большое количество людей, в основном новички. И вот если новичок начинает интересоваться отличием абстрактного класса от интерфейса, методом супер и пониманием его на шестой месяц, то я вам скажу, на 4-й год вы будете профессионалом высокого класса. С вами вас с руками будут отрывать. Ну, наверное, это моя сейчас цель. Итак, идем дальше. Ребят, я сейчас буду выделять эти пункты, которые мы будем. Далее. Часть видео будет посвящена начинающим. Я знаю, что на сегодняшний день большое количество людей ищет настоящее программирование, настоящие курсы. Ребят, я не буду говорить таких вот слов, что вот Бовсуновский самый лучший или там самый худший. У меня своя аудитория. Я вам приведу примеры просто людей, которым школа помогла изменить жизнь или что-то внести. Поэтому часть видео, да, я говорю вот открыто, что мне пишут в комментариях, а вы рекламируете. Ребят, все, школа платная, извините меня, оплатить копейки за пожизненный доступ, мой труд надо ценить. Ребят, я 8 лет, с утра с 8 до 16 работаю на людей. Помогаю людям. Каждый день я стараюсь делать лучше жизнь людей. Я приводил видео с курсами $800 за 3 месяца. А потом, извините меня, иди дальше, что хочешь, то и делай. А здесь пожизненный доступ. Человек может заниматься спокойно. Стиль обучения. Поэтому понятно, конечно, я буду писать видео, сами обучающие видео на портале. На YouTube в основном у меня анонсы. И, конечно, я буду их писать. Но не потому, что я такой вредный, а для того, чтобы новые люди могли узнать, те, которые именно ищут программирование. А отличие меня как преподавателя от многих курсов Python. Теперь немножко поучимся. Дальше будет часть для ребят школы. Но составлю, так как более серьезный код, мы работаем в школе, то есть сам код, да, с понятиями, с кодом. Но здесь я постараюсь рассказать так, чтобы вынесли и те, кто первый раз смотрит, они потом вспомнят, только начинают изучать Python. Ну, очень важные вещи на самом деле. ArcVars, метод супер, да, который применяется во всех в Django, во всех оконных приложениях, мобильных приложениях, везде. Интерфейсы, абстрактные классы. Этот материал – это просто
вырвано. Ну, а про интерфейсы мы поговорим, просто потому что сейчас в школе это проходит. Я забочусь о том, чтобы люди узнали, потому что в школе есть конкретно раздел «Расширенное изучение Python». Я размещу это видео именно сюда, чтобы новые ребята могли узнать об этом. Ну что ж, давайте начнем. Да, и вот, причем здесь, начнем с моей цели. Моя первичная цель, ребят, вы думаете, моя первичная цель не так, как у многих курсов. Мы там дадим вам сертификат, или мы с вас сделаем суперпрофессионала. Ребят, моя первичная цель, чтобы человек не ушел с программирования. И это у меня получается. Если человек не ушел с программирования, то я точно понимаю, что он будет изучать программирование. Сегодня Python, завтра Kotlin, послезавтра Java. Я не знаю, куда его приведет жизнь. Но я точно знаю, что в таком случае он либо приобретет профессию, либо язык, какой бы он ни изучал, будет помогать его личную жизнь менять к лучшему. А вот дальше уже поговорим, в чем высокая эффективность вообще. Я это применяю в школе не только благодаря себе, а благодаря ребятам, ну и благодаря своему опыту, конечно. Ну что ж, поехали. Первое. Помочь нынешним участникам школы осознать важность. Вот смотрите, ребята. Благодаря во многом... Сейчас, секундочку, я найду. Я изучаю язык с 2009 года, Python, но действительно весомые благодарности я начал получать с 2017 года. Спасибо ребятам, которые не забывают прислать свой отзыв. Ну, например, мне очень приятно, когда Александр Галанин, москвич: «Валерий Иванович, привет. Как ваши дела? Как ничего? В вашей школе раньше был, потом самостоятельно изучил Django. Много воды утекло с того времени. Хотел вам сказать, что получил работу. В банк взяли разработчиком. Уже 8 месяцев работаю. Все нравится. Не хвалюсь. Просто хотел сказать спасибо за вашу работу. Мне очень помогли уроки. Я не пожалел, что учился. Для меня они были хорошим стартом для самостоятельного изучения в дальнейшем. А ведь какие-то 2 года назад ходил в фирменной футболочке в розничных магазинах и продавал телефоны». Ребят, до этого года, до 2018, именно ставилась школа, я говорил, в принципе, моя задача была старт. На сегодняшний день, я считаю, задача школы как старта, она выполнена. То есть много уроков написано, идет продолжение. И тогда я принял решение, что школа будет многопрофильная, и начали глубокое изучение Python OOP, то есть готовить профессионалов, кому интересно. Много можно почитать, на самом деле, очень много статей. Готовил статьи, ладненько, ребят, не злитесь на меня, сейчас я дело поправлю, просто покажу, где я собираю вот эти статьи все. Так. То есть, хотите стать программистом, читайте. Здесь вы почитаете, собрал, кто-то сделал сайт, кто-то, как, допустим, тот же Александр Проценко, это был первый тогда отзыв серьезный, когда он по моим урокам Django сразу же делал сайт для медцентра, который ныне работает. Видите, это сразу, ну, то есть, сайт реально работающий центр, это был когда-то вообще первый. Ну, много чего происходит. То есть, кто хочет, школа работает. Дальше доказательства. Доказательства, это и есть доказательство, когда
школа помогла людям изменить что-то в жизни, как Александру, сделать сайт, то есть в данном случае, грубо говоря, заработать деньги человеку и так далее. Много других сайтов найдете, недавно добавлялись, кто-то переделал с WordPress, кто-то с чего. В общем, на этом вопрос я закрываю, то есть это мы получаем. Теперь, так вот, ребята. Помочь нынешним участникам школы осознать важность. Ребят, вот сейчас идут курс. Как вы видите, в школе я сделал вот такую вещь, то есть углубленное изучение ООП. И вот в чем суть. Ребят, на сегодняшний день большинство знаний либо для новичков, либо сложные вещи уже в виде сформированных библиотек. Я только сейчас вижу, что начинают какие-то книги появляться по паттернам. То есть я ставлю задачу именно пройти путь сейчас от новичка до человек, который может написать любую сложную вещь, но именно пройти этот путь по шагам. И для ребят школы объясняю, сначала для новых людей скажу, вот смотрите, вы приходите в школу, вы однозначно в подарок получаете при оплате школы доступ к этому сайту. Это сайт, первый сайт, который сделан в 2013 году, но уроки здесь будут актуальны столько, сколько будет актуален Python 3. Вот и все. И вы проходите этот курс. И, в принципе, вот здесь все на одной странице. Вы знакомитесь. Да, вы здесь проходите по видеоурокам. Дальше переходите на spb-tut.ru. Переходите в кабинет. И далее здесь есть значки, и изучаете. Кто-то будет изучать Django. Кстати, есть рекомендации, как правильно изучать Django. Все идет по шагам. Но кроме этого, теперь информация для участников школы. Ребят, вот сейчас идет курс именно глубокого изучения Python, где шаг за шагом я вас подвожу к настоящему ООП. То есть здесь учитываются абстрактные классы, интерфейсы. И мы сегодня поговорим именно, как вы видите, я дальше ставил вопросы, чтобы даже новый человек понял, который не питон. Мы видим, осознаем на примерах R-Quartz. Дальше метод супер, и причем здесь перезагрузка операторов, а это именно такие методы, которые имеют два нижних подчеркивания, да, метод. Тех, которые большинство новички боятся. И интерфейсы, абстрактные классы, просто так как сейчас в данный момент мы проходим. И причем здесь опять же вот эта вот вещь, перезагрузка операторов. Мы ее будем применять, то есть писать сложные вещи. Моя цель сейчас не научить, а показать необходимость и показать, что бояться этого не надо. Поэтому для людей школы, ребята, я вижу, что многие, но не все еще, кому интересно, проходите вместе со всеми, ребят. Все делать на полной практике. Код, код и код. Для тех, кто только придет в школу, тоже сложного ничего нет. В кабинете вы найдете обязательно ссылку, вот этот значок, вот это и есть переход с любой страницы в кабинет. Практика Python ООП, где потихонечку я добавляю. Здесь смысл такой, вот допустим, магические методы Python. И здесь сами задания идут, конструктор init перед этим мы разбирали. Но переписка вся идет в группе. То есть здесь как бы дальше идут вопросы, дальше вы смотрите, стараетесь все делать сами. То есть здесь идет обсуждение, код, где вы уже вникаете, и мы идем по шагам. С этим разобрались. Идем далее. Помочь начинающим людям понять, где учат программированию по-настоящему. Стиль
А стиль уроки и стрела. Так вот, действительно, а при чем здесь стрела? Ребят, только что я вам показывал сайт protri65.net, сайт SPB, здесь видеоуроки, сайт Kotlin, тоже видеоуроки. В основном обучение видеоуроки. Один раз увидел и понял. То есть мы работаем с видеоуроками. Выглядят они вот так. Ну, например, переходим к курсу. Вы смотрите видеоурок. Кроме этого, я добавляю, допустим, доки. Это я для себя готовлю заранее доки. То есть вы учитесь по видеоурокам. Это первый метод. То есть я рассказываю, вы осознаете, тренируетесь и так далее. И вот этот способ мне дал возможность давать большому количеству людей старт. Но вот теперь давайте представим обучение, я докажу, что есть еще один эффективный инструмент, который не заменяет, а дополняет. Например, новый человек может читать в интернете информацию, может читать книги. Но, как правило, это я вам говорю. Вот смотрите, вот это сейчас мы изучаем. А внизу я нарисую свой путь. Вот здесь у нас будет 2009 год. Да, вот тут, то есть сейчас я кое-что сделаю. Так вот, смотрим. Начал я обучение в 2009 году, и сейчас вот для тех людей, которые, наверное, есть такие люди, которые год, вот я полтора года не мог войти в язык, но не понимал. Не понимал, что учить, как. Когда учил, не понимал, а как я буду это применять, а как это писать, а как все. Но ведь получилось, что сейчас люди уже за полгода начинают писать на двух языках. Вот реальный пример я вам могу привести. И сейчас продолжим. А, ну вот недавно отзыв пришел. Владимир тоже пришел. Кстати, блокчейн человек работает. Давно руки не ходили в один прекрасный день. В общем, сказал спасибо большое. Ну вот интересный пример. Вы увидите вот эту ссылочку там. Осадчий Сергей. 5 месяцев назад Ubuntu не мог установить. Для меня это было как собрать какой-нибудь космический аппарат. Но в школе все происходит покруче, побыстрее. Каждый по совету скинул, все дело сделано. Программа обучения мне нравится. Ну, грубо говоря, пишет. Так вот, ребят, к чему я это рассказывал? С 2009 года я изучал язык до 2013. И я вам честно скажу, я не задавался тогда вопросом, что такое интерфейсы. Я считал, что это какая-то высшая философия, которая вообще нужна неизвестно кому. Но заметьте, сегодня Сергей Осадчий, который 6-й месяц в школе, вот будем на этом заострять внимание, уже разбирает, что такое интерфейсы. И в этом видео я потом вам покажу множество наследования. То, ребят, согласитесь, что уровень Сергея через те же 8 лет будет совершенно иной. Крутой уровень. При этом зная несколько языков. Это моя цель. Ребят, ну, я вот умею. Это вот мне искренняя радость, когда кто-то устроился на работу. Вы знаете, тогда где-то внутри я понимаю, да, там меня ругают многие, но я стараюсь и я помогаю людям. Это вот я искренне говорю. И мне это очень важно. Так вот, с 2000 по 2013, в принципе, я изучал Python, изучил, писал, как-то писал. Хотя вот надо СПБ, допустим, переписывать, потому что тут столько кода наворочено, что черт ногу сломит. И я все никак не могу до него добраться, потому что, ну, надо будет добраться, это я не оправдываюсь, я понимаю, да. Ну, я как посмотрю, ребята, думаю, это ж, ну, надо будет добраться. Я все это понимаю, поэтому,
Я не оправдываюсь. Я понимаю, что где-то. Да, я оправдываюсь, да, правда, что я сапожник без сапог. Но школа шла с 13-го года, а сайт в 14-м сделан СПБ. Тогда было одно понимание, потом второе. Поэтому наворотил там, вот как я рос, так и школа росла. Но одно понятно. Как говорится, не все золото, что блестит. Вот это честно скажу. Я стараюсь, и действительно, вот сейчас, прежде чем продолжить, я все-таки освещу вопрос вот этот. Он очень практически актуальный. Отличие меня как преподавателя Питон от многих курсов. В большинстве своем, когда вы будете искать курсы какие-то, вы вот что заметите. Вот как устроено большинство школ для заработка денег. Курс 1, курс 2, курс 3, курс 4, курс 5. Приходит обучающийся в школу, и он проходит раз, два, три, пять, ну я говорю, к примеру, там может быть и 100 уроков, и все. Приходит через 5 месяцев следующий и тоже проходит эти уроки. По сути дела, авторы написали уроки, дальше просто раскручивают курс, рассказывают, как все классно, и дают людям определенный курс за определенное время в большинстве своем. То есть пожизненный доступ, как Басуновский, мало кто делает. Дали курс, ну и дальше иди уже что-нибудь сам делай. Тогда я привожу свой пример, а уже вы будете судить. Что делаю я? Смотрите, с 2013 по 2018 постоянно добавляются уроки, уже 14 соток видео. Сейчас начался курс углубленного ООП, мы о нем поговорим. А теперь я вас спрашиваю, ребят, вот вы сидите, да, вот там кто-то говорит, о, Бовсуновский, у вас много рекламных видео. Ребят, а скажите, ведь этот курс я веду, не беря денег. Вот человек заплатил пожизненный доступ, и он учится, да, на сайте. А вы скажите, если мне не интересно жизнь людей, да, извините, а нахрена тогда мне париться и задавать точные вопросы, да? Я это знаю, мне это не интересно. За это денег еще больше я не получаю. Зачем мне париться? 14, завтра будет 18 суток видео, будет этот курс. Вот, ребята, дело здесь не в деньгах. Дело в том, что я считаю это профессией. А когда это профессия и хочется помочь, значит, я это делаю каждый день и помогаю. Поэтому мои курсы отличаются от многих курсов тем, что я практикующий программист, это раз. Я постоянно иду вперед, это два. Все, что я показываю, я прошел на личном опыте, это три. Я постоянно добавляю материал, это четыре. Человек имеет возможность в школе расти. А я ведь понимаю, что, допустим, если было ограничено, да, там 3 месяца поучился и все. Что можно за 3 месяца? Ничего. Я с 2000 по 2013 год изучал Python, да, я его знал. Но я вам скажу больше. Человек, допустим, может читать Лутца первый раз, никогда не выучит язык. Чтение Лутца – это справочник, да? Но он будет читать просто незнакомые технические слова, которые не будут иметь смысла.
А вот с 2013-го был еще где-то 15-й год. Тут еще 2 года. Одной не хватает еще. А сегодня вот 2018. Я, чтобы во времени именно вот этого видео. И вот в 15 году, с 2013-го, я мало начал задавался вопросом действительно сложного программирования настоящего. С 2015-го я начал задаваться, начал писать все это. То, что мы сегодня пишем, то есть 3 года назад я это начал. И я обратил внимание, что ведь все эти годы я тоже читал. Нет, ну, интерфейс. А когда я начал этот курс, то оказывается, есть такая вещь. Вот теперь нам понадобится вот эта вот мишень и стрела. Мы изучали конструктор init. Допустим, да? Я говорю ранее. Ой. Конструктор init. Но когда мы его проходили, я четко понимал, что я сейчас не найду его. Это надо вот так сделать. И вот перейти конкретно к вопросу, тогда мы попадем в то место, которое надо. То есть вот init, и далее пошли примеры, да? Ведь, понимаете, про init можно прочитать. Но я поставил не зря вопрос, при каких условиях init будет идеальным вариантом. Потому что я ставил задачу. Ребята, вот книги ребята прочитали, как Саша Ситушкин, он много очень тоже помогает, хотя он сразу начал программировать. Он говорит, ну, я писал на ПКТ, это правда, но я ОП не понимал. Ну, там супер используется, я использовал, но не понимал. Вот поэтому сейчас вот он уже тоже осознанно. При каких? То есть, и в конце концов, я добивался... Ставил вопросы до тех пор, пока я не получил ответ. А ответ мы, в конце концов, получили. То есть я получил ответ, что когда нужно для передачи аргументов, и все-таки потом я добивался, а когда будет выдавать ошибку, а когда нет. И ответ в данном случае дал, вот в данном случае, Александр, который я ждал. И когда этот ответ был дан уже полностью, то есть мы добились того, что init нужен для передачи аргументов раз. Дальше я добился, чтобы человек уже на уровне, перед тем, как написать код, понимал, где будет ошибка, где нет. То есть, когда по умолчанию я добивался, а когда нам стоит вот здесь вбивать значение по умолчанию? Я добился, что в принципе в одном случае будет, сейчас это не суть. А в другом не будет ошибки, да? Просто... Когда будете разбираться в уроках, вы поймете, будете все по ходу делать. Но сейчас важно другое, что я обращаю внимание на то, что надо в данный момент. Далее мы перешли, супер. Большинство людей скажет, может быть, да при чем здесь супер? А я же отталкиваюсь от практики, а я знаю, четко понимаю, что тот же метод супер, сейчас мы к нему перейдем, он используется... Во всех графических интерфейсах. Он используется в Django. Он используется везде. И
Опять здесь моя задача, чтобы четко была вынесена мысль. И в принципе мысль эту я получил у Сергея Осадчего. Сразу же. Вот тут я сейчас покажу, что не все так страшно. Отлично. Вот Сергей Осадчий пишет, что в Python есть метод супер, который обычно применяется к объектам. Его главная задача – это возможность использования в классе потомки методов класса родителя. Это основная задача. И в принципе, дальше он приводит примеры, потому что я поставил вопрос по init. Дальше он дает развернутые ответы. Я увидел абстракция, я увидел порядок разрешения метода, который, в свою очередь, имеет отношение и супер, то есть Сережа Осадчий подготовился. Но ведь действительно, давайте реально посмотрим некоторые примеры применения метода супер, которые действительно применяются. Сейчас. Вот модель, да, пока просто вот возьмите себе на заметку. Вот вам сайт. Вот мы берем Django 2. Вот мы хотим создать новый курс. При создании нового курса вы видите, здесь нету слов. Вылетело из головы, что это. Ой, забыл, сейчас увижу, но сейчас пойму. Но в свою очередь, сейчас я соображу. В свою очередь, то есть слух это называется, слух заполняется автоматом. Был применен метод супер. Смотрите, сейчас очень важный момент, который я хочу рассказать. Да, всего лишь несколько строк кода. Сохранить. Далее, это Django, использовалась библиотека, очень хорошая. Сейчас я посмотрю, здесь я по-простому делал. Slugifu, да, Slugifu, очень хорошая библиотека, работает с русскими датами. В принципе, здесь говорится slug и заполнять при помощи title, да. Мы поговорим про ArcVars сейчас, я тоже покажу. Ну, давайте теперь нарисуем и поймем, почему это так важно. Чтоб новичкам не было страшно. Вот смотрите. Я нарисую, чтобы было понятно и новичку, и не новичку. И здесь еще. Это все классы.
Ребят, смотрите, вот есть класс А. От него наследуется класс Б и класс С. И нам надо класс D. А класс D от класса D мы, допустим, наследуем от класса B. Пока вот мы начинаем наследование, да? У Python, когда вы заметите, есть и у любого другого языка поиск классов. То есть, по сути дела, если мы берем класс А, вот здесь давайте дорисуем, то есть ради наследования здесь от класса А, то есть, грубо говоря, класс Б умеет делать все, что умеет делать класс А. И это у нас от А. И вот смотрите. Говорим про метод супер. То есть, по сути дела, в данном случае, вот у нас есть класс А. От него наследуется класс Б и класс С наследуется от класса А. А нам надо использовать, наследовать от класса B, наследовать наш класс новый от класса B, да? От класса B, который в свою очередь наследуется от A. И это у нас будет называться класс D. Сейчас поймете, здесь ничего сложного нет. И вот смотрите, а насколько мы можем быть уверены, что мы наследуем именно класс B, а не класс C. Потому что, если мы думаем, у класса А были одни методы, да? Вот так вот сделаем. Ну, то есть, некие действия, методы, некие действия делал класс. В классе В классе B мы эти методы переопределили. И в классе C переопределили. А теперь становится вопрос. То есть, когда мы используем класс D и хотим, чтобы он наследовался от класса B, вот этого класса, и именно делал то, что делает тот класс. Вы скажете, ну наследуйте. Так вот, ребята, не так просто. Я не зря задал вопрос, а при чем здесь перезагрузка операторов? Пока идет речь о простых классах, да, все будет работать и простым наследованием. Но вот если у нас в иерархии начинает получаться не 4 класса, а вот смотрите, разные, много классов. И мы хотим, чтобы класс D именно наследовался конкретно от класса B, в котором мы четко переопределили какой-то метод. В теории все это было, работало на простых примерах. Но в практике, когда добавляется такая вещь, как перезагрузка операторов, а мы ее еще коснемся, то есть метод с двумя нижними подчеркиваниями, которые работают внутри. И когда эти, я их сейчас не называю, это вот тоже init, но когда эти методы начинают быть во всем коде,
то на самом деле на практике получается следующее. При поиске, когда Python начинает искать, и когда начинают еще работать вот эти вот методы, то на самом деле Python зачастую трудно определить. А ведь действительно получается, смотрите, вот здесь Сергей описывает, а я сейчас покажу, просто говорю, что множественное исследование, почитайте. Вот смотрите, а теперь представим, как в статье. Вот здесь есть метод сохранить. Именно, ну вот возьмем в данном случае сохранить. То есть, когда мы в классе D обращаемся, то есть ставим, что наследуем от класса B, мы выполняем метод сохранить. Но при этом смотрите. Метод сохранить в классе А и метод сохранить в классе Б. А теперь вопрос. А как Python обращаться? По сути дела, обращаясь к методу сохранить класса Б, в любом случае идет дальше наследование, и мы обращаемся все равно к классу А. Потому что класс B наследуется от A. Но там и здесь метод называется одинаково. Сохранить. И по сути дела и переопределения не было. Потому что название одно и то же. Сохранить. И Python, если бы простой класс, было бы одно. Но когда мы добавляем еще других методов с нижним подчеркиванием, то есть Python уже в сложных ситуациях и любой язык, он, по сути дела, не знает, к чему обратиться. А еще раз разберем ситуацию. Внимание. Класс А имеет метод сохранить. Ну, нечто сохранить, что сейчас не важно. Класс Б наследуется от А. То есть мы написали класс, который нечто делает, и класс Б наследуется от А. Но у него есть тоже метод сохранить. При этом это частая ситуация в тех же, почему используется во всех охотных приложениях вот тот, как я применял код. Потому что в Django, например, и базы данных везде внутри есть метод сохранить. Он вложен, сохраняется. И вы скажете, что сохранить там, сохранить тут, это переопределение? Это не переопределение. Тот и тот класс делает то же самое, дальше он может делать еще нечто, но ведь метод сохранить он одинаковый. И по сути дела, да, по иерархии Python мы берем класс D, который наследует от класса B. Хорошо, пошел Python искать, дошел до класса B, нашел класс B и начинает анализировать код. Пока код шел разный, ну, он дальше шел и шел, дошел до метода сохранить. И Python, по сути дела, вынужден, когда он дошел до метода сохранить, он же класс B мы наследовали от A, он начинает смотреть. И тут есть сохранить. И перед Python становится задача, а какой метод сохранить мне сейчас использовать? Я вам сказал, что вроде наследование работало бы правильно, но если мы добавим еще там некоторые методы, то на самом деле появлялась ситуация. И я не зря ребят направил, что начать изучение именно с главного этого вопроса, где вот Сережа этим воспользовался, я вижу в полную меру. А ответ я давал в библиотеке Kiwi, потому что мы там использовали. Сейчас я вернусь и покажу. Уже конец. Вот, проблема ромбовидного наследования. То есть, почитайте, и вы поймете, откуда вообще взялась эта проблема, и вот насколько простое и эффективное ее решение. Сейчас мы к решению придем. Так вот, если мы посмотрим тот же,
я ж не зря говорил, вот везде идет супер, супер, супер. Супер, супер. Так вот, ребят, смотрите, а теперь мы спокойно смотрим. Сейчас я котика закрою. Басик, комментарии потом. Вы дальше сами почитаете, но самое главное знать. Так вот, ребята, теперь я убираю всю эту сумятицу и рассказываю вам очень простую схему. Вот у нас есть, теперь мы не вдаваемся, я вам просто, чтобы вы поняли, что все очень запутано в языке. Вот у нас есть 4 класса. А вот у нас есть новый класс. Класс DDD. Здесь класс пусть будет АА, ББ, СС, ДД. ДД4. А теперь метод супер. Вот он, метод супер. Теперь смотрите, классы между собой могут делать все, что хотят. Да как хотят, пусть путаются там. Сейчас я уже начну, наверное, второе видео писать, будет длинное. Но вот у нас есть, как бы там класс B может наследовать класс A, класс C, это не важно. Но с появлением метода супер мы делаем простую вещь. Что в данный момент, вот мы пишем супер, и здесь пишем класс ББ. И в данный момент происходит жесткая связь. Ни вправо, ни влево, никуда. Мы говорим. Эх, не то немножко, не то немножко. Мы говорим. Супер! То есть мы сказали. Слышишь, ББ, ты сейчас мой родитель, и мне абсолютно наплевать, кого ты, от чего наследуешь, ты просто сейчас будешь главным, и все. И теперь, как бы ни происходили события, класс ДД знает, что родитель в данный момент времени класс ББ, и все, пусть там этот метод save будет у 100 классов, но он будет только рассматривать класс BB. Ни вправо, ни влево. Что нам это дает? Это нам дает 100% выполнение кода, без ошибок. Мы написали класс MM 4 и говорим а вот в этом классе мы будем рассматривать класс CC как родитель. Уважаемый класс CC, я тебя назначаю родителем. И теперь все, что ты будешь делать, мы будем, пусть тут будет 1000 классов, но я, класс MMM4, буду вести диалог только с тобой. Ты сейчас будешь крутым, а я... Пусть там происходит. Ты будешь мне давать только то, что ты делаешь. И мне абсолютно наплевать, что происходит вокруг тебя. Просто. Гениально. Легко. Надеюсь, с этого момента метод супер вы будете больше не будете писать бездумно. Но мы еще не все вопросы, поэтому ссылки в конце видео. Нам надо еще кое-что доучить. Но я боюсь, что видео очень длинное уже. Поэтому на другое видео ссылки будут в описании.